Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Что-то, девочки, я не снимала ничего. Одним словом, сегодня будет, наверное, небольшой влог. Немного обо всем. Я уже вообще практически выздоровела. Так, немножко насморк, немножко кашлю. Вот, а так, в общем и целом, вообще себя отлично уже чувствую. Младший сыночек у меня еще кашляет. Вот, но не знаю, может быть, на этой неделе уже, наверное, и выпишут нас. Посмотрим, как по состоянию будет. В общем, будет видно. Вот, так что, не знаю, особо я ничего сейчас не делаю, никаких ни уборок, никуда особо не езжу, надо будет только на этой неделе в Ленту съездить, вот, тоже поснимаю вам, ну и так, особо ничего не делаем, короче, одним словом, лежали, лечились, я в этот раз решила, ну, в связи вообще со всей ситуацией в мире, да, вот, я думаю, я не буду строить из себя героиню, буду отлеживаться, пить чай, пить морсы, компоты и так далее, ничего не буду делать, никуда ходить и так далее, потому что, ну, здоровье прежде всего, вот. Так что, извините, стараюсь выкладывать видео каждый день, но вечно что-то вот, что-то не так, да, что-то происходит, что не получается, вот. Ну и сегодня, наверное, все-таки коротенькое видео будет, не знаю, вот. Надеюсь, что вам будет интересно. Заходила сейчас, забирала старшего сына, заходила в мясную лавку, купила тут мясо. То у меня что-то запасы подзакончились, как раз буду готовить на несколько дней, будет отдельная рубрика, а сейчас я просто уберу в холодильник. Вот, значит, давайте покажу, что купила. Купила куриную грудку, это буду детям делать, как обычно, вот эти домашние наггетсы. Бона моя, как всегда, пьет. Ничего не меняется. Вот, купила также желудки индейки. Это собакам я покупаю. У меня дома никто не ест такое. Дальше, также собакам. Собакам и леофан у меня, кстати, тоже кушает. Вот это. Собакам также купила вот такую огромную кость. Она состоит тут одна маленькая и одна вот такая прям огромная мотыга, как я это называю. Вот. Я ее сейчас и так обрежу, маленькую дам Джуси, а вот эту дам Бонни. Так, здесь купила куриные окорочка, я хочу их запечь вместе с овощами в духовочке, тоже три штучки здесь. Вот, фарш, это домашний фарш я купила, но он невкусный, конечно, прикольный. Вот, и также купила, зашла зелень, здесь купила укропчика немножко, ну, совсем чуть-чуть я взяла, иначе он у меня портится, и немножечко лучка вот такого. Хурма по 170 рублей, вот я ее купила, и яйца еще, у них очень вкусные яйца, очень классные, хотелось варить, яичницу делать, вот, вот такие вот отборные яички. Ну что, сейчас буду резать, а то тут видите, что у меня творится, сейчас порежу, да, сейчас дам, все, и вон еще тоже сидит, ему тоже надо, да, всем надо. И пока еще не стемнело на улице, мы решили пойти прогуляться с собаками и дойти до Финского залива. Точнее, у меня младший все очень хотел посмотреть, замерзла там вода уже или нет. На самом деле, еще пока минуса нет, но обещают. Вот, и вода там, конечно, не замерзла пока. Но решили сходить на разведку, так сказать. Ну, сейчас чисто выглядит. Ну да. Смотрите, какая вода прозрачная, чистая. А. Мама, это подарок тебе. Спасибо, родная. Ну, а то они там. Вот я спасать побежу. Люси. Мама, спасаться. Вообще. Люся, вы был бы такой чистый? Да? Видно, вода чистая. Прозрачная, даже не светет. Бона! Бона отморозишь! И потом будешь хромать. И это полезло. Ну. Потом почки, печень. Провалишься, ноги мокрые будут. А вон туда. Туда иди. Джуси, ты что там напугал? Бобры. Местные. Местные. Залетные бобры.
горной стенкой. Тут продавали. Да. Не, нет акул. Тоже нету. Переживают за детей. Ты куда убежала? А? А ты куда убежала? Я перепутала. Что это такое? Почему ты убежала? Тебе никак не стыдно? Так как мы сейчас болеем с младшим, для тех, кто говорит, что у нас всегда чистенько, младший меня развлекает себя как может. Девочки, это кошмар какой-то. Ужас. Вот такая вот у меня история. Тут, там еще мультики мы смотрим. Да, вот это дом, если что. Вот. Ой, кошмар. Не, ну он, правда, единственное, убирает все за собой, конечно. В этом плане молодец. Сейчас они в той комнате ругаются вдвоем со старшим. У нас, кстати, 5 вечера, и уже, смотрите, как темно. Вот. Теофан тут. Вот такая у нас красота. И даже заходить сюда страшно. Да? Вот. Ужасы. Тут еще Джусины игрушки, собачьи. Вообще всех игрушки. Да, Левушка, кошмар какой-то творится. Скажи, куда я попал? Вот туда попал. Эх, да. Не, ну, дом построил. Тоже хорошо. Хорошее занятие, да? Вот так вот. Кстати, вот эта вот тарелочка, помните, которую я в фикс прайсе покупала? Вот это вот. Очень она мне нравится, девочки. Сейчас намыла хурму, сюда положила. Надо только протереть, чтобы она мокрая не была. Вот. И смотрите, как классно смотрится. Реально, как такой подносик. Вот я сюда такие фрукты, там, ну, то яблочки какие-то намою, мандаринчики. Складываешь ее сюда и прикольно на стол ставлю. Попробовала одну штучку я. Ну, она такая, немножко вяжет. Вот. Но она вот так полежит и будет уже, дойдет, и будет уже очень вкусно. Вот, так что тарелочками этими я очень довольна. Но мне больше двух на самом деле и не нужно. Вот, потому что я не сильно часто использую, только вот для таких моментов. Вот, но прикольно, тарелочка классная. Так что у кого еще есть фикс прайс, обязательно возьмите. Она прям такая реально как поднос, очень классная, такая прям увесистая. Вот, но в посудомойке я ее не мыла, руками только мыла. Вот, насчет посудомойки не знаю, но так классно. Смотрите, девочки, что у меня тут происходит. Разделила кость. Там было две соединенных вот такие. Одну дала поменьше вот этой, а побольше дала, соответственно, Моночке. Вот. Ну, Мона ее чуть погрызла, устала, как вы видите. Вот. И у нее джуз теперь украла. Ну, коврик мне все равно надо стирать. Так что пусть они тут грызут. Я его потом постираю. Вот. А маленькая свою спрятала куда-то. Утащила. И теперь... забрала у этой. Она даже ее, ну, отнести никуда не может. Потому что она тяжелая. Грызет теперь этой. Очень, ну, покупаю иногда такие кости. Очень хорошо. Они зубы им чистят. Очень хорошо. Прям Бона сейчас посмотрела. Прям белые-белые зубы. А Боночка храпит. Да, Босенька. Устала ты, умаялась. Да, умаялась моя, да, девочка. Зубы прям там, вон, белые-белые. Да, все, испачкалась. Бона, ты как на поле битвы побывала, да? Ты моешь лодку. Вот так устала, да? Устала, мой хороший. Язык он весь, видите. Малиновый. Устал язык, да? Теперь это. Ну, вот это ковер. Коврик сегодня постираю вечером. Что делать? Ну, мне его все равно надо стирать. Все, так вот. На улицу не выпускаю с Костю,
потому что они ее закопают, потом выкупают и съедят. И потом будет тошниться весь день. Так что вот так вот. Ну, это маленькая вредина. Не разгрызть ничего, все равно утащила в большой, да? Все равно Бонни. Ну, Бонна потом, когда захочет, заберет у нее. Да, Боночка? Думаю, хорошая девочка. Ну, сладенько. Скажи, мама, под это угодила. Вот. Так что у нас теперь заняты. Целый день не видно, не слышно. Только громыхание кости об кафель слышно, и все. Больше ничего. Ну, а вечером мы втроем, я и мои мальчики, мои сыновья, решили приготовить пиццу. Тесто я делаю сама, тесто у меня дрожжевое, но я его очень тоненько раскатываю, потому что мы не любим, когда в пицце много булки. Вот как-то так. Делаем просто с помидорчиками, с сосисками и с сыром. Ну, что было в холодильнике, грубо говоря, то мы сюда... Нет, можно было еще колбасу там какую-нибудь... покрошить сюда, не знаю, мне часто говорят, там, добавьте перчик, добавьте грибы. У меня вот два поваренка, они делают так, как им нравится, и, соответственно, ну, делают, и я только рада. Вот, так что вот такие вот у меня помощники. Одна испекла, сейчас поставим уже вот эту вторую пиццу, и будет у нас и на ужин, и на завтрак. И еще, даже, наверное, на обед останется, потому что пиццы достаточно большие. Но сколько теста я замесила, столько вот и получилось у нас. Вот, получилось две, иногда у меня даже три бывают пиццы. Вот. Ну, а я на сегодня на такой вкусной ноте с вами уже буду прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео, было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!